Привет, это канал I Like Pet, я Таня. До Нового года остались считанные дни. Скоро будем гулять, готовить праздничный стол и дарить подарки. А как же домашние животные? О них ни в коем случае нельзя забывать в Новый год. В этом выпуске мы расскажем вам о самых распространенных ошибках, которые совершают владельцы домашних животных на новогодних праздниках. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Новый год – праздник, который у большинства людей ассоциируется с весельем и радостью. Если человек может сам создать себе праздничную атмосферу, то домашнее животное в этом деле может положиться только на своего хозяина. И любому питомцу будет обидно, если его владелец не уделит ему достаточное внимание на новогодних праздниках. А ведь это только одна из самых распространенных ошибок хозяев домашних животных в Новый год. Как не испортить питомцу настроение в праздник? О чем важно не забыть. Давайте подробнее рассмотрим самые популярные ошибки владельцев домашних животных в Новый год. Забыть о подарке питомцу – первая, самая распространенная ошибка владельцев домашних животных. Наверняка ваш любимец не просто питомец для вас, а настоящий лучший друг и даже член семьи. А о близких в Новый год не забывают. Купите вашему домашнему животному новую игрушку или лакомство. Ему точно будет приятно. Забыть о привычном распорядке дня и не уделять питомцу достаточного внимания – вторая ошибка. Новогодние праздники очень часто нарушают привычный режим дня владельца. Нередко это приводит к изменению привычного для животных времени кормления, игр и прогулок. Отдыхая в праздничные дни, старайтесь не забывать о своем питомце. Любое изменение ритма жизни для него – стресс. Поэтому по возможности не меняйте привычное время прогулок, кормления и игр. Кормить со стола – третья популярная ошибка владельцев домашних животных в Новый год. Да, безусловно, на вашем праздничном столе будет много вкусных угощений, однако не все они одинаково полезны для вашего питомца. Если хотите порадовать свое домашнее животное, приготовьте ему отдельное праздничное блюдо, а не кормите продуктами, которые могут нанести серьезный вред здоровью любимца. Украсить дом к Новому году небезопасными для животных украшениями – четвертая ошибка. Любому питомцу нравится играть, и поверьте, елки, гирляндам и елочным игрушкам домашнее животное найдет свое применение. Старайтесь вешать украшения так, чтобы питомец не мог до них добраться. Хорошо закрепляйте елку, чтобы она ни в коем случае не упала на ваше домашнее животное. Откажитесь от украшения дождиком. Именно последние кошки проглатывают чаще всего. Не позаботиться о тихом месте для питомца в Новый год – пятая популярная ошибка владельцев домашних животных. Новогодние праздники – шумные дни. Домой приходят гости, на улице то и дело запускают салюты. Все это представляет для питомца большой стресс. Подумайте о психологическом здоровье своего любимца в Новый год. Обязательно подготовьте для него тихое место с его лежанкой и игрушками, в котором он сможет укрыться от громких звуков и незнакомых ему людей. Не уделять достаточного внимания безопасности питомца на новогодних праздниках – шестая ошибка. Канун Нового года и первые дни января – очень травмоопасные дни для домашних животных. Любимцы могут пострадать от бенгальских огней дома или от фейерверка на улице. Будьте максимально внимательны, когда запускают салют или зажигают бенгальские огни. Ваш питомец должен быть на безопасном расстоянии от любой пиротехники.
Теперь вы знаете самые распространенные ошибки владельцев домашних животных на новогодних праздниках, а значит, сможете их не совершить и подарите своему питомцу ощущение настоящего Нового года. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!